2 апреля свой день рождения отметил Иосиф Пригожин. Музыкальному продюсеру исполнилось 52 года. По этому случаю в своем микроблоге композитор Игорь Николаев поделился памятными снимками с именинником, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия. На одном из таких фото муж Юлии Проскуряковой позировал с дизайнером Игорем Гуляевым, Аллой Пугачевой и самим Пригожиным. Примечательно, что Алла Борисовна не изменила себе, отдав предпочтение имиджевым солнцезащитным очкам в круглой оправе. Образ певицы дополнил молодежный бомбер оверсайз поверх блузы. За счет такого стилевого сочетания Пугачева поддержала тренд на многослойность. В кадре артистка позировала с неизменной улыбкой на лице. В качестве прически певица выбрала чуть вьющиеся локоны и челку. Дорогой Иосиф, поздравляю с днем рождения! Спасибо за дружбу, профессионализм и поддержку. Счастья тебе и твоей прекрасной семье, отметил композитор. Валерий, город Батуми, певец. Ивар, Рига, актер. Кирилл, Москва, солист группы Иванушки. Владимир, Алма-Ата, депутат. Митя, родился в Новосибирске, солист группы Хай-Фай. Михаил, Санкт-Петербург, актер. Дмитрий, Санкт-Петербург, актер. Игорь, Сахалин, пишу песни, композитор.